Ремонт моста через Волгу планируют завершить в ноябре 2014-го. Ход работ проинспектировали областные и городские чиновники. Наша съемочная группа также побывала на строительной площадке и увидела, как продвигаются ремонтные работы. Подробности в материале Елены Губенковой. Если бы вот мы пошли по тому варианту, что все делали литым, полностью все слои, то нужно все сдирать-то. Вот при следующем ремонте все до плиты нужно было разбирать. Сейчас фрезой срезаем слой износа и ложим новый. Уже и асфальт есть, и тротуары. Правда, пока не на всей протяженности Саратовского моста. Первыми заменять начали изоляционные швы. Снимали старые и заменяли на новые, немецкие. Одновременно занимались ремонтом тротуаров и устройством гидроизоляции. Сегодня одна полоса уже готова. Здесь даже убрали аппарели. Общественный транспорт ездит по абсолютно новому участку дороги. Вот на этом участке, то есть, вот как вы видите, уже автобусы могут ездить по этому шву свободно. А тротуары, это все будет в понедельник. Основная проблема – изоляция. Покрытие моста износилось настолько, что пропускало влагу. Протечки в результате разрушали саму структуру моста. Теперь все будет иначе, обещают строители. Полная изоляция обеспечит защиту арматуры. На качество сделать главный упор, наставляют власти. Но и о сроках нельзя забывать. Нам очень важно, чтобы мы шли в графике, учитывая, что руководство города и Саратова, и Энгельса понимают сегодня, что для людей это неудобство. Поэтому мы должны вот этот график обязательно соблюдать. Так технологически и технически вы работаете на то, чтобы задержки, я так понимаю, не было. Неважно, где изготавливают сегодня все эти швы. Ограничение движения планируют снять уже в начале ноября. Мост откроют для транспорта, но это не конечный этап работ. Ремонт должен завершиться лишь в декабре 2015 года. Елена Губенкова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.